любит тыганту. Зейби Алан Компьют, алтайд мит сюрпризы. Бай Аякс. Как сегодня был хороший Ювы. Всего-то, ну, что мог реально тренер сделать? Ну, правда же, он не мог подтянуть им физику за короткое время. Не мог научить играть в футбол, потому что это мастера экстра-класса. Их не нужно учить, они это все умеют. Вот просто раскрепостилась команда, просто вдруг побежала. И смотрите, как приятно на такой Интер смотреть. Вдруг у всех, почти у всех все, почти все стало получаться. Так не бывает, чтобы все получалось. Но вот у Интера сегодня получилось почти все. Очередная победа под руководством молодого совсем наставника. Интер одерживает победу. И приносит Скудетто Ювентусу. На этом борьба в серии А за Скудетто завершается. Стадион об этом знает, поэтому я вам об этом говорю. Мы об этом с вами договорились в начале трансляции. Было бы глупо все это скрывать. Милан занимает второе место. Последний тур превращается для Милана Ювентуса в совершеннейшую бессмыслицу. Там можно играть с составом. Судя по Милану, Ювентус еще готовится к финалу Кубка Италии. Как он сыграет в Риме против Наполи, завершится очередной сезон Серии А. Ну а что касается Дерби, Дерби позади, игроки меняются в футболками, все как у них гораздо больше общего, чем нам кажется, либо чем...